Комментарий от благодарного подписчика Инны Овсиевич. Как здорово вписаны образы людей того времени в пейзажи и отдельные зарисовки. Несмотря на миниатюрный размер, видно все: движение, интонации и даже характеры. Поражает палитра красок. Преимущественно использованы приглушенные варианты цветов. На некоторых, не побоюсь этого слова, произведениях есть и яркие восточные краски, но они не вычурны, а гармоничны архитектуре. Литографии выглядят объемными и поистине живыми, с отблеском того времени, когда еще умели писать утонченно и красиво.